Всем привет! Сегодня первый рабочий день после трехнедельного отпуска. Время около 4 часов утра и начинаем делать бутерброды. Всем приятного просмотра!
Thank you.
Очень большое значение, конечно, на кухне имеет чистота и порядок в холодильнике. Вот обратите внимание, это не то, что какая-то показуха, так у нас каждый день. Порядок, все рассортировано, все прикрыто, все подписано. Но в этом не моя заслуга, то есть моя заслуга в этом только частично. Этим занимаюсь не я. Я просто, так как я готовлю в больших количествах, я все вещи, все продукты тщательно упаковываю, подписываю и кладу в те места, откуда я их взял. Чтобы тот человек, который заказывает, чтобы он знал, чего и сколько у него еще осталось. Ну, естественно, я тоже говорю, что мне нужно и сколько чего у меня еще есть. Потому что человек не робот, что-то может забыть. Ну, вот как-то так. Ну, впереди там морозилка. Давайте морозилку я вам открою. Вот морозилочка. Все коробочки лицевой стороной вперед, чтобы можно было сразу прочесть и найти тот продукт, который нужно.
Ну вот, закончился еще один день из моей жизни на кухне. Это будет уже третье видео, которое называется «Один день на работе». Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте. По возможности, если я знаю, я отвечу. Может быть, у вас есть какие-то пожелания касаемо большой кухни, чтобы вам что-то показать. Сейчас, на данный момент, в связи со сложившейся ситуацией, с работой дела немного обстоят плоховато. То есть то, что я вам показываю в этом видео, это очень малая доля того, что мы производим и что мы делаем. На данный момент я одну неделю работаю, одну неделю отдыхаю. Ну, так обстоят дела. Короче, если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Пока, давай.